Хыховский бункер. Ну что ж, мистер Ух и мистер Лис идут проверять какой-то неопознанный объект, который нужно рассекретить. Знать что-то. Если там что-то опасное, ликвидировать. Мистер Ух и мистер Сондер Лис в одной команде. Как же это было прикольно. Мои какие-то опасные бревна. Как думаешь, кто тут был? Неужели ими кого-то били? Тут везде кровь. Лис, ты чё, молчун? Не. Это твоих рук дело? Не, просто столько сильный запах крови, что я говорить не могу. Да? Ой, нет. Это что за летающий дом? Бежим! Ой, я попал внутрь. А я? А ты... Стой! Нельзя, чтобы он нас увидел. Надо спрятаться. Идем, прячемся, вот тут, где Уран. А нет, тебя к Урану подведешь, ты его схаваешь. Идем сюда. Я это завязал. Ау. Сюда, вставай назад, назад. Назад иди. Да. Что? Сюда иди. Назад. Вот. Спрятались. Тайный проход. Мистер Кот, он идет. Он вышел? Ладно, пусть тайный проходит. Тайный проход, иди сюда, тайный проход. Вот сюда. Где? За этой стан. Что? Где мы? Вот. Тут был Мишка Фредди. А это кто? Тут явно кого-то убивали. Я же говорю, нам бы главное отсюда выбраться. Потом узнаем, что тут было. Наверное. А может нас тут съедят? Огромный человеческоподобный кот. Уходим. Уходим. Проходим. Давай, пошли, пошли. Стой. Осторожно. Нет, нет, ой, что? А как я вышел? Нет, ой, что? А как я вышел? Где? Осторожно, пусть кот пойдет по своим делам. Пошли, пошли. Какие-то флаконы. Скажи, панель управления. Нам нужно заблокировать дверь. Пока кот этого не видит, нам нужно закрыть двери. Пусть он подумает, что какой-то сбой системы. Как думаешь, стоит есть этот порт? Стоит есть этот порт? Он не знает, что там творится. Его главное помещение закрылось. Нам надо узнать, что тут, и свалить отсюда. Как думаешь, чашка кофе. Есть этот порт? Есть этот порт? Ты ешь торт, а мне кофе оставь. Вкусно было. Ладно, давай посмотрим, что тут. Потом мы сейчас обожремся, потом даже с места не сдвинемся. Какие-то пушки. Ты... Кто мою чашку разбил? Ты чё? А ну-ка. Чашку зачем разбил? А тебе не случайно, чтоб кофе затвердело твою? Я ж говорю, какая-то магия. Она не разбивается. Он нас тоже сам закрыл. Нам нужно сделать проход. Тихо. Прими режим общего строительства. Меня вот уже принял. Бежим. Я сделал дырку. Бежим отсюда. Прячемся, прячемся, прячемся где-то. Я в одеяло спрятался. Вот, блин, лис. Такой мелкий, можешь везде прятаться. Не видел. Там мыши дырку прожизли, ты внимания не обращай. Вай. Чёрточный язык знаешь? А? Чёрточный язык знаешь? К сожалению, не знаю. Вот и я не знаю. Ну блин, ты же лис. Разгадай, что тут. Тут везде какие-то полки и кровати. Тут спали монстры, наверное. Или что тут было? Идем сюда, за мной. А то сейчас тебя там сожрут. Везде какие-то надписи. Аналитика растет. Прячемся, прячемся в шкафу, чтобы он нас не заметил. О, все, я наверху. Он меня не заметил. Да. О, я закрылся. Нужно осторожно пройти дальше. Побежали, там лифт. Пошли. Под кроватью. Пошли, пошли, пошли. А то еще без тебя уеду. Быстрей. Ну как ты тут быстрее меня оказался? Ну и ладно. Пошли, пошли. Как приходят двери, да, блин? На таймерах.
Пошли, тут много кнопок. Ага. Тоже дверь, смотри. А птичка бы тут... Надо её заблокировать, вот так, смотри. А, вот всё. Блоком. Пошли, пошли, пошли быстрее, надо прятаться. Ой, блин, тут какие-то монстры. Прячемся. Давай дырку в тени сделаем. Логично. Если надо ее заделать, то он нас найдет. Тут какие-то сервера. Идеально. Тут что, Google стоит? Дверь. Знаешь, он нас сейчас спалит? Дверь. А то, что мы говорим про сервера. Заблокай дверь. Всё. Смотри, тут что, Google хранится? Готово, он нас не найдет. Посмотри, тут твой канал. Где? Посмотри, тут твой канал, вот. О. Вот. Тут? Нижний тут. Да. А подписок а мало. Ты чё почернил? А, подожди, у меня сейчас это... У меня видюха села. Честно, кот не подозревает, что у него тут кто-то сидит на базе. Что? Ты чё, себе робокса докручиваешь? Да. А мне подписчиков докрути, пожалуйста. Пару миллиончиков. Хотя, лучше накрутки нет, чем подписка кнопка. Которая под этим видео. Так. Чё ты себе, пару миллионов робоксов выдал? А, я выдать? Мне тоже давай. А робуксы, робуксы. Прячься. Кот проверяет сервера. Ладно. А, он отключает свет. Ладно, все, робуксы накрутили. Стой, куда не идем? Так, осторожно дезактивируй дверь. Пошли дальше. Тут что-то есть, мы помещение. Оно пустое. Ладно, нам не сюда. Давай дырку в стене сделаем и свалим отсюда. Ну ты гений, вообще-то я это хотел сделать. Да вы все поломали. А я не могу выйти. Ты-то лис маленький, а я большой. Ладно, пошли с другой стороны пойдем. Давай тут те сервера. Мы тут сколько книжек, они еще железные. Тут компьютер какой-то, смотри. Средневековый вроде бы. Тихо. Вот ты, конечно, молодец, под стол залез, а мне что делать? Ладно, я съем секретную разработку. Так, он там что-то проверяет. Ладно, как выйдет, мы туда пойдем проверять. Он что, по автоматам своим стреляет? Жесткий челик. Ты меня только не ешь, я такой мелкий. Побежали. Книжки есть. Ой, тут дверь закрыта, я даже не заметил. 97, что это может значить? Это кто? Человека этот привязали. Надо его спасти, давай отвяжем. Так. Беги, челик. Я знаю, как его отсюда выбросить. Беги. Пацан, ааа, ты чё сделал? Ты чё? Надо спасти этого человека. Нам это надо. Что? Ой. Прячься! Под стол прячься. О, вот это пушка. А зачем она ему? Этот кот явно... Он, наверное, людей ловит с помощью нее и сюда затаскивает. Вот как этого бедняжку. Давай его спасем отсюда. Идем, человека спасать надо. Я знаю, как его спасти. Знаешь? И как же? Сейчас покажу. Уронить стол? Он не падает. Тут сексология, почему стол летает? Почему ничего не падает? А чего он летает? Так. Теперь нам нужно
Заберись повыше. А ладно, давай, я его сейчас без коллизии сделаю. Хороший был человек. Я его спас! Он убежал, да. Да, я его спас. Он не в бездну упал, я его спас. Да, какой-то лазерная пушка, давай ее тоже себе заберем. Давай. Стой, включите ПВП все. Нам эту пушку не унести, мы слишком мелкие. Но раз мы не сможем ее унести, нельзя ее оставлять у этого злого гения. Я ее погрызу. Я ее съем. Я хотел ее взорвать. Беги. Лос прижала. Беги. Все. Теперь у него не будет своего оружия. Это кто? Он будет только смотреть на надпись, название этой пушки и вспоминать, какая она была крутая. Он красный, красного цвета. Кто это? Еще двоих человек поймали. Это желтого. Надо их спасти, наверное, да? Или они уже мутанты? Смотри, не заразись. Я чем они питались, чтобы такими злыми стать? Ураном, что ли? Ты дверь закрыл? Я. Молодец. Пошли отсюда. Нам нужно тех людей спасти. Надо все тут уничтожить, чтобы он не мог вести свои исследования. Спасай этих людей, а я пока взорву все оборудование, чтобы он не мог больше ничего исследовать. Явно все злое. Сразу видно, у них красные глаза, пушки. Так. Ой, блин. Ты их сейчас угробишь так. Давай, осторожно. Осторожно. Нам главное сохранить им жизнь. Давай. Чё с этим не так? Ой. Он убежал. Убежал, да. Сквозь землю провалился в прямом смысле. Ну, это... Он телепортировался. Ай, прям уж. Ладно, давай. Пс, никого нету, побежали. Давай, за компьютер. Надо посмотреть, где он. Нужно скачать все данные. Давай, качай. Надо... Он взорвёт. Он выглядит старым, ненадежным. Побежали. Осторожно. Тут стены нету. Ай! Ты где? Да, там компьютер взорвался. Ты зачем компьютер взорвать-то? Он сам. Ну книги-то сжигать не надо. А про что эти книги? Это обзоры своего канала. В книжках? Это новые технологии. А мне кажется, это проигрыватели, они железные. Ладно, пошли. Может, пластик? Они похожи. Пошли. Ну давай проверим, подними 10 штук. Ой! Это что? По нам пушка стреляет, смотри, вон! Нас рассекретили! Прячемся! Сюда, пошли. Сюда! Подожди, надо придумать план. Там, видишь, пушка. Сломалась дверь. Там везде вода, песок и огромная пушка. Так, ну чё, чё будем делать? Есть план побега? Нас рассекретил этот код. Погоди, погоди, давай я... Ставь кнопку, а я задетонирую эту кнопку. Эту, мэй, поставь тут кнопку, быстрее. Готовься привязать. Я пожертвую своей жизнью ради уничтожения его. Эй, ты там живой? Смотри, не помри я раньше времени. Давай, подключай. Огонь, взорвать! А чё, одна? Опа, всё, пушка уничтожена. Бежим отсюда. Если нас кот догонит и будет стрелять из своего оружия, то это будет плохо. Ладно, давай выбираемся вот так. А, нет, вот здесь, бежим. Держи. Вниз. Вниз, вниз. Я пал. Эх. Меня зарезали. Ты всё. Пал на этом пути. Мистер Лис был уничтожен на этом пути. Но я остался. Мне надо сбежать и узнать все данные. А твои робуксы я себе заберу, окей? Так. Этот кот не знает, где же этот ух. Мне надо сбежать и донести свет Денье. Ну и... посмотреть, что там с Сондером случилось. Осторожно.
Нет, он меня нашел! Нет! Ну раз убирать так все вместе! Эта экспедиция была закончена тем, что все погибли, кто были на этой лаборатории. И мистер Лис, и мистер Ух, и мистер Злой Гений. Это был супер-мега что, бункер. У него было много декора и механизмов. Вот были красивые березки и красивый и ужасный вход в бункер. В самом бункере было много декора. И даже вот такая секретка с мистером Фредди и каким-то челиком, который погиб. Также тут везде было много декора, вот такие всякие трубы. И даже от того, что вот эти блоки, кажется, как будто это немного мультяшное. Кстати, мы не были в этой комнате. Здесь есть коробки всякие. Уран. Секрет. Уран? Это бензин. Ха-ха-ха-ха. Облом. Снаряды, боеприпасы. Пушка. Ух, удали вот это. Что? Знаешь? Опа. Это месть за то, что ты меня убил. Кто у него лицо? Также у него тут были сеть компьютеров для управления той мегапушкой. И тут была комната как раз таки с этим. Там много декора вот тут. Ну и давай я покажу, как пушка работает. Я сейчас включу камеру. Вот. Она поднимается, и у нее может... Это что там за корова? Овечка. Ну, тут есть такая пушка, она может поворачиваться. И она стоит там наверху. Я сейчас посмотрю, вон как она выглядит. Вон. Вон там находится... А где она стоит-то? Сверху на горе. А вон там... Сондер кликнул на поршень. Да, вон там была она сама, вон. Она там стояла. Ее можно было поднять и опустить. У нее есть декор и механизмы. Также... Кроме этой комнаты управления, вот был проход дальше, в котором были всякие вот эти шифры и комната для отдыха. Также тут был крутой лифт с механизмом на таймерах. Именно то, что он сначала открывается, потом мы в него заходим, еще раз нажимаем, да, у него закрываются двери, открываются внизу, и это работает на таймерах, это очень круто. Везде есть рабочие двери. Много серверов различных, это тоже прикольно. Ну и тут пустая комната, наверное, не была доделана. Также тут есть еще одна комната, самая важная, где хранятся эти монстры. Тут очень много красивых книжек, есть древний компьютер. И также проход в комнату с этими людьми, которых ты поймал. Проводишь над ними опыт. Халка? Да, КГ. К игре? Да, я думал, а мы думали, что ты с помощью нее ловил этих людей. Ну, по сути, все так и есть. А, ладно. Ну, вот такой был бункер. В нем было много декора и всего этого. Что? Как? Где кнопка? А, вот она в книгах. Вот здесь я тут был. Я в эти полочки бываю. Значит, можно было нажать на вот это... И не надо было даже стену разрушать, просто нажимаешь на одну из книг, открывается проход, и тут такие всякие коробки. Это логотип, это моя собственная фирма. Да? Да. Круто. А мы думали, это секретные шифры с палочек. Ну прикольно то, что еще бы книга выдвигалась бы. Кстати, много кнопочек. И вот там очень прикольная пушка. Ой, ее тут не видно. Ну и сама идея бункера тоже прикольная. Ладно, там пошлите. Там ПВО есть. Тут даже вот такая. Ой, блин, заходим. Ладно, до свидос. А, нет! Вы что из меня шаурму варите? На помощь! Кстати, они так... Еще вот тут особенность есть, то что там тоже на таймерах оно вот так постепенно включается. Типа вот так. Сначала первые четыре. Ну вот. Это видно, когда нажимаешь два раза. Вот. Типа сначала активируется первое, а потом последнее. И также дезактивируется. Это, наверное, все. Ставим лайки и подписываемся на канал. С вами был Ugames, Сондер и вот этот мистер Злой Гений Кот. Всем пока.